Я рад вас видеть, особенно с коробками. А ничего в очередь? Здравствуйте. С праздником. Поздравляю. Мечта. Мечты у вас. Там деньги. Мечты сбываются? Да. Там деньги, там спасибо. Деньги. Спасибо. Давайте. Там конфеты. Со взрослым и по-взрослому. Серега, мои вам пожелания. Меньше будьте можно. Людьми. Спасибо. Что у тебя там такое? Что? Ты зубы, руки не чистишь вообще никогда, да? Нет. Ну ладно. Сейчас до спасибо. Свидания. Удачи вам. И вам. Мы не можем найти кабинет истории. Нашли. Никого нету. Не нашли кабинет. Вот наконец-то все и пришли. Закончился урок истории. Сейчас у нас будет русский язык. Пацанчики тут сидят и говорят, читы. Геннадий! Здоровый. Сейчас дождемся конца перемены. И будет у нас урок. Сейчас у нас будет английский в 11-м кабинете. Мы уже на английском. Скоро будет звонок. Здравствуйте, привет. Ты снимаешь на видео, что ли? Оно в этом такой писатель. Типа. Да. Привет! Good morning! Наша училка ушла. Никого нету. Вообще. Все орут. В общем-то, мы тут одни. Там горох он снимает. Таким тебе нельзя, он будет выкладывать. Тебе нельзя. Вот и все, мы вышли из школы. Сейчас пойдем подбирать другу сеть. Он сидит. Вот мы уже и дошли, вот заходим. Сейчас будем смотреть сеть.
магазин какой-нибудь что-нибудь купим. С Ланой есть 50 рублей. Зашли в Ленту. Сейчас будем покупать. Что мы будем покупать? Чипсы, наверное. Чипсы? Наверное. Сто пудов, да. Недавно сто делала чипсы. Делала пиццу, блинчики, морожка. По 5 рублей. Фруктовый сет. Сок. Чок. Я знаю, самый дешевый. И все. Решили мы пойти в фикс прайс. Взяли по две пачки сухариков. Oh,